Маленький анекдот. Барак Обама говорит, у него три кнопки. Желтая, зеленая, красная. Зеленая нажал, Европы нет. Желтая нажал, Китая нет. Красная нажал, России нет. А Мельки говорит, а вот у моей бабушки было три унитаза. Золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре. Ха-ха!